Вы на канале магазина Strikeball Sport. Обзор на страйкбольную винтовку российского производителя НПО АЕК. ВСС Винторез. Давайте распакуем его. Это страйкбольная версия бесшумной снайперской винтовки для подразделения специального назначения. Разработана в 80-х годах, применялась спецслужбами России. Комплект поставки включает в себя сам привод, механический магазин на 50 шаров, паспорт изделия с инструкцией, корпус, глушитель, крышка ствольной коробки выполнена из стали, цевьё из ударопрочного пластика, а приклад с пистолетной рукояткой из многослойной фанеры, покрытой фосфатным лаком. Тыльная сторона приклада затыльником из резины. ВСС весит 2700 грамм. Его длина 90 сантиметров. Хорошо помещается в оружейных чехлах от 90 сантиметров. Отсек под аккумулятор находится в глушителе. Чтобы его снять, нужно нажать на кнопку и легким движением, чтобы случайно не повредить проводку, вытащить его. Разъем на ТФ-коннекторе. Так как моторчик у привода с высоким крутящим моментом, мы рекомендуем аккумуляторы 11,1 вольта, LiPo. Переводчик режимов огня имеет три положения. Режим предохранителя, режим одиночного огня и режим автоматического огня. Внутри привода используется гирбокс третьей версии с возможностью быстро поменять пружину. Гирбокс усиленный, заявленная скорость 150 метров в секунду. Длина стволика 433 мм, а диаметр составил 6,02 мм. Для доступа регулировки камеры HOPUP нужно снять глушитель и цевьё. И ползунком регулируем степень подкрутки шара. Для установки оптических прицелов привод имеет кронштейн для RIS-систем. Специальный механизм крепления «Ласточкин хвост». Привод имеет антапку, она находится на тыльной части приклада и у цевья. А теперь давайте перейдем от теории к практике. Средняя скорость составляет 154,9 метра в секунду. Скорострельность 13 шариков в секунду. Прицельная дальность составляет 50-55 метров. Подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!